Сменить мундир на спортивный костюм. На базе Барнаульского юридического института проведут всероссийские соревнования среди сотрудников МВД. Около 130 спортсменов поборются в легкоатлетическом кроссе и летнем служебном биатлоне. Сегодня на территории БЮИ состоится торжественная церемония открытия чемпионатов. В этот же день на лыжной базе «Динамо» пройдут соревнования по легкоатлетическому кроссу в личном первенстве, а в среду в командном зачете. 25 и 26 сентября участники чемпионатов поборются за медали по летнему служебному биатлону на территории спортивного комплекса «Сухой лог». В последний день соревнований на территории института состоится церемония награждения.